Привет всем! Сегодня 1 мая, полярная зоря. Погода, как вы видите, здесь не шашлычная, ни солнца, ни тепла. Выпал снег за ночь. Но сегодня у меня в планах выйти на одно здание, посмотреть, то есть прогуляться, которое мы видим из моста. И вроде оно как интересно, полукруглое какое-то. Со стороны кажется, что оно заброшенное. Но говорят, что это ГЭС или ГРЭС, которая питает электроэнергией город Полярной Зори. Ну, планируем с моим знакомым добраться до туда, пофотографироваться, ну и, соответственно, с вами поделиться. И с этим видео я хочу начать серию видеороликов о природе Полярной Зори, Кольского полуострова. Хочу съездить, когда тепло будет, расцветет зелень, в Кандалакшу, в Мурманск, посмотреть на Белое озеро. Ну и, в общем, побывать на памятниках исторических, которые, ну, в интернете, в общем, мало что рассказано о достопримечательности в округе Полярной Зори. Ну, я, короче, хочу периодически делать вылазки, ну и, соответственно, делиться с вами. А сейчас я покажу с окна, может, видно будет, где этот полукруглое здание, куда мы хотим добраться. В общем, да. Ну, с видео не видно. Сейчас сфотографирую. Ну и по ходу, по дороге я буду делать фотки, снимать видео и показывать вам. Вроде бы. Да, в общем, вылез в Полярную Зору, первый мой поход, нет, это уже второй поход, первый за Висячий мост я вышел. Короче, непонятно здесь, дача, не дача, заброшенное водочистное сооружение, городское, не городское, бункер какой-то военный. Ну, в общем, я думаю, здесь интересно будет лазить. А здесь, интересно, в принципе, видео. Если находится эта система по снабжению радиолокационной системы военной бывшей. Здесь стояла радиолокационная система, вот вверху. Как бы мы знаем. Вот. Типа фундамента. Внизу стояла система, как я объяснить, где вот проходила. Ну, вот эти компьютеры стояли, все радио, вот эти все вот эти вот они. Да, радиолокационная система, вот она обеспечивалась. Вот. До сих пор поселок заброшенный, в принципе. Типа сделаны дачи. Но потом, походу, что мы здесь проходим, здесь никто уже не живет. Вот. Поэтому, скорее всего, может быть, стоит картошку, но в песке, наверное, с этим как бы возможно. Но вот я не вижу, чтобы это уже как бы. Это песок же, да, ничего. Это песок, да, это речной песок. Ну, не знаю, могли бы садить, они не в курсе. Но видишь, что все здания разрушены. Вот единственный дом, где вот стоит антенна. Там кто-то, скорее всего, живет. Пойдем проверим. Ну, там и собака, там она бегает. Там бегает собака. Ты здесь живешь, да? Там бегает собака, в принципе, вот. И вот. И мы дальше пытаемся продвигаться. Сейчас мы попытаемся к тому зданию пройти. Далеко находится. Это получается, как мы сказали, Нива-2. А Нива один, это мы вот решили на Нива один приехать, но нас привезли маленько на другую сторону реки. Вот мы сейчас находимся на Ниве 2 и пытаемся пройти туда. Короче, навигатор нам в помощь. Навигатор нам в помощь, да. Я же тебя в YouTube потом выложу. Ты не будешь против? Ладно, я в YouTube. Здесь, смотрите, в данное время вроде бы жилой комплекс, но не находится, здесь находятся вот биоматериалы, как бы, и никого нет. Но здесь все это закрыто, понимаете, даже следов нет видно, только я вот иду один из свиданий. Вот. А я думаю, если бы такое в Балаково или в Белгородской области было бы, то здесь бы все почистили уже, ничего не было бы. Или кто остался здесь жить, в принципе, дачного поселка.
Но я думаю, здесь менталитет такой, город маленький. Ну, что у нас все друг друга знают. И да, все доверяют, да, и никто здесь ничего не ворует. Теннисный. Опа. Теннисный, баскетбольный. Баскетбольный. Нет, он не похож. Тот-то больше. Как бы трогать не будем, в принципе, здесь ванна. Вот, смотри, здесь стоит. Все машинные. От чего для чего сделано? Это для железной дороги, в принципе, если я как помню. Ванна, да? Сзади металлолом 1000 рублей. Да, в принципе, если вы знаете, для чего это, вы лайкните нам и скажите. Мы будем рады. Сдавай, добрый. А это что? Это раньше дрова пилили, как я знаю. Дрова пилили раньше. Ну, это с деревни. Конечно, это классно. Вот. Ну, вот так вот жили. Это бухта. Да. Здесь раньше был кабель. А, там кресло. Это, видимо, была сиденье и слушать. Кресло сделали, это да? Кресло сделали. Кресло-качалка. Реально, это кресло-качалка, да. Это прикольно, блин. Качался вообще. Ну и листьями замотано, и как бы, да, вот интересно. Вот люди так жили, вот здесь вот в полярных зорях. Так они и живут так. Ну нет, сейчас следов нет, может быть и живут. По весне сейчас будут приезжать. Мы проходили, собака была, это как бы частный сервис сказали, но что-то я не вижу. Ну, может быть, да, они приедут, это факт. Вышли непонятно куда. Смотри, какое-то там озеро. Какой-то там домик, смотри. А он там не заброшен? Угарно, ага. Да? Типа замка. Надо проверить потом попозже. Да, вот вышли. Здесь, да, как гавань стоит она. Но, скорее всего, там непонятный объект, но, видимо, охраняет. Ну это, я думаю, вода чистая сооружение, и вода чистая на полярку стоит. Да. Это заброшенная, а это у них действующая. Ну давай попробуем спросить, узнать. Ну а эти пристройки были, здесь что, рыбу ловили, наверное, подлодки? Может, я не знаю, просто я в шоке. Вот. То ли гаражи, то ли дома, то ли... Интересные постройки, вот классно. Но все уже упало там. Вот так здесь плавают и удочки, такие хорошие. Можно было принять, но нельзя. Это удочки. Наверное, мама и папа. Наверное, да. Пострашнее это мама, покрасивее это папа. Пострашнее мама. Помоложе папа. Да. Как сюда полярный взор. Ладно, мы так сказали это. Не в обиду полярный взор. Ну так бывает иногда. Пострашнее мама, помоложе папа. Ну ты здесь больше, ты здесь больше живешь, наверное, это выводы уже сделал. Как... Кто убьет? Да меня никто не смотрит, да. Так что ты думаешь, смотреть, блогер, смотри, блин. Слышишь, смотри, и лапки греет. И ждут. И ждут типа рыбки. Вкусные. Да, дальше двигаемся. Мы замка. А перед замком у нас находится еще одно заброшенное здание. Посмотрим. То ли бывшая подстанция, а вот тот бывший замок, мне интересно вообще, что это такое. Вот это похоже на замок. И мы сейчас придем, и правда уже на улице холодно. Сегодня вот почти 0 градусов. 1 мая, да? 1 мая. Снег, лежит. Сейчас хотел развлечь костер, покушать. И дальше вам что такое еще показать. Полярных зорях. Самое интересное. Автолюбители зимнюю резину никогда не меняют. Они постоянно ездят на зимней резине. На то есть круглый год холодно. Чайка летит. Это кричалка, которая всю ночь.